Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. По информации оперативного штаба, сегодня в республике выявлено 16 новых носителей коронавируса. Всего в Карачаево-Черкесии уже зарегистрировано 103 подтвержденных случая. С подробной информацией выступила заместитель министра здравоохранения Тамара Кипкеева. В основном эти случаи – это из числа контактов, где, не зная, что этот пациент болен, люди контактируют, не придерживаясь ни социальной дистанции, ни режима самоизоляции. В настоящее время все жители как бы распределились на две группы. Первая группа – это те, которые не верят вообще существованию этого вируса, не принимают меры для как собственной защиты, так и предупреждения распространения этой инфекции среди других. И вторая группа – это те, которые, напротив, уже прочувствовали или были среди их знакомых, родственников больны и уже знают, какими последствиями чревата эта инфекция. Хочется сказать, что на самом деле эта инфекция не только на территории Карачаево-Черкесской республики, но и по всей России, и по всему миру. Поэтому мы должны это понимать. Более того, мы должны соблюдать абсолютно все меры, еще больше, наверное, более в жесткой форме, дабы несколько снизить пути распространения этой коронавирусной инфекции среди жителей. Как мы уже сообщали, в Черкесске работает госпиталь для зараженных коронавирусом. По последним данным оперативного штаба, в больнице сейчас находится 34 больных. Все они получают необходимое лечение. Есть больные со средней степенью тяжести, двое больных тяжелые на ИВЛ. Есть больные с легкой степенью тяжести. Все они получают необходимое лечение. Медикаментами мы снабжены полностью. Что касается сотрудников, которые вот на сегодняшний день там 44 человека обслуживают их, они все высоко квалифицированные. Средства защиты, они у всех врачей, медсестер, санитарок, дезинфекторов, они все есть в достаточном количестве. Коронавирус этот бывает нескольких степеней, трех степеней. Вот первая степень, она не дает о себе знать. Больные ощущают себя вполне здоровыми, но и могут общаться, ходить общаться и заражать окружающих. Поэтому я бы хотел, если вы хотите помочь нам, докторам, пожалуйста, соблюдайте законы, соблюдайте санэпидрежим. Распространение коронавирусной инфекции вносит коррективы в работу различных учреждений. Как в условиях сложившейся ситуации работает Республиканский перинатальный центр? Продолжает ли оказывать медицинские услуги женскому населению? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Александры Коваленко. Сотрудники перинатального центра ежедневно проходят утренний и вечерний фильтр. Оценивается общее состояние медиков, включая термометрию. И после допуска начинается рабочий день. Одноразовые медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки рук и рабочих поверхностей. Такой набор, состоящий из средств индивидуальной защиты для медицинских работников Республиканского перинатального центра, в начале смены поступает в каждое отделение роддома. Дефицита этих средств в роддоме сегодня нет. На случай непредвиденного поступления пациенток с вирусными инфекциями, не обязательно с коронавирусной, у нас рожают женщины с гриппом, с ОРЗ, для них, конечно, другой режим. Они одеваются в хирургические одноразовые костюмы, бахилы, шапочки, которые после оказания помощи пациентке утилизируются. Самая главная наша задача – это не допустить поступления пациентки или обращение за помощью в женскую консультацию пациентки, которая является выделителем новой коронавирусной инфекции. Для этого существуют у нас фильтры, которые отслеживают здоровье женщин, которые обращаются за помощью.
Руководством перинатального центра были разработаны документы, в которых прописан порядок организации работы по профилактике коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи по профилю акушерства и гинекология в амбулаторных условиях. Для беременных, состоящих на учете в женской консультации, определен порядок наблюдения, включающий в себя несколько обязательных посещений. Это и постановка на учет, проведение всех УЗИ-скринингов, а также введение антирезусного глобулина. Каждая женщина, готовящаяся стать мамой, постоянно поддерживает дистанционно связь со своим участковым врачом и акушеркой, обозначая жалобы и получая все ответы на вопросы. Параметры своего здоровья она фиксирует на бумаге. Пациентка дома сама контролирует количество выпитой и выделенной жидкости, характер шевелений, уровень артериального давления, частоту дыхательных движений, наличие отеков и так далее. Эти листы заполняет каждая здоровая пациентка еженедельно и присылает с помощью каких-либо аккаунтов своему врачу или акушерки. Но чтобы попасть на прием в женскую консультацию, каждая женщина проходит через санпропускник. Здесь проводится опрос в отношении эпидемиологической ситуации в семье. Осмотр на наличие признаков вирусной инфекции. Будущим мамам измеряют температуру. Они обрабатывают руки, надевают бахилы и маску и только после этого проходят к доктору. Если вдруг пациентка обратилась за помощью, а у нее есть температура, она на прием не допускается. Значит, получает рекомендации о самоизоляции на дому и, смотря по состоянию, если состояние удовлетворительно, мы ей рекомендуем вызвать терапевта на дом. Если она чувствует себя плохо или уровень гипертермии высокий, значит, она вызывает скорую помощь. Об этой ситуации сразу отсюда информация идет ко мне и далее в Минздрав. Строго ведется и прием рожениц в приемном отделении. Все данные о состоянии беременной заносятся в журнал. В условиях пандемии пациентки также под особым чутким контролем врачей. Сегодня в задачи медперсонала, помимо своего стандартного спектра, включено и обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности рожениц и их постоянное наблюдение на предмет отсутствия симптомов коронавирусной инфекции. Принимаем беременную в следующем порядке, то есть не заводя фильтр, сначала через окошечко спрашиваем у нее, не выезжала ли она, не контактировала ли она, ну то есть собираем эпиданамнез. Евгения Пономарева отмечает, количество родов за текущий месяц заметно увеличилось. И несмотря на то, что некоторая категория сотрудников в связи со сложившейся ситуацией в мире вынуждена временно находиться дома, родильный дом продолжает работать в обычном режиме. Некоторые категории работников сейчас не работают. Те, кто могут выполнять свои функциональные обязанности без ущерба основной работе, и могут работать это, делать это дистанционно, они приказом отправлены на дистанционную работу. То есть это бухгалтерия, экономисты, юристы, то есть люди, которые могут работать дистанционно. Кроме того, не работают на сегодняшний день сотрудники, возраст которых превышает 65 лет. Тоже знаете, они находятся на листе нетрудоспособности с 6 апреля до 30 апреля, пока до получения особых распоряжений. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, местами до 8 мороза. Днем плюс 6, плюс 11 градусов, в горах минус 3, плюс 2. В Черкесске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается от 0 до плюс 2 градусов, днем 9-11 выше 0. В северных и центральных районах ожидаются заморозки в воздухе от 1 до 5 градусов. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, дивандеки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Это «Вести» в прямом эфире, и мы продолжаем.
Получать лекарства, не выходя из дома. Как это сделать в условиях самоизоляции, особенно пожилым людям? За комментариями мы обратились сегодня в Республиканский эндокринологический диспансер. В период самоизоляции наш диспансер продолжает работать и оказывать медицинскую помощь. Медицинскую помощь мы оказываем также в дистанционном режиме. Для того, чтобы наши пожилые пациенты и вообще пациенты, больные сахарным диабетом, которые находятся в группе риска по заболеванию инфекцией, которая сегодня у нас у всех на устах, мы предлагаем вариант получения препаратов следующий. Можно позвонить по телефону нашего диспансера, можно позвонить по телефону горячей линии или единый волонтерский штаб. Волонтеры-медики доставят препараты к вам домой после того, как по вашим амбулаторным картам они будут выписаны и получены. Громкая премьера этой весны. На нашем канале продолжается показ многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза», снятый по бестселлеру Гюзель Яхиной. Фильм о судьбе татарской крестьянки, прошедшей бездушную мясорубку сталинских репрессий, коллективизацию, раскулачивание и ссылку, но не разучившейся прощать и любить. С режимом, описанным в этом кино, столкнулись многие народы, в том числе и карачаевские. Но в первую очередь это история о человеке, прошедшем путь длиною в жизнь, от безмолвной рабыни к наделенной невероятной силой женщине, матери и личности. О жизненном пути Зулейхи в материале Беллы Джазаевой. Зулейха! 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 Зулейха открывает глаза. И вместе с ней открывают глаза миллионы людей. Они проживают каждый новый день вместе с ней. Эта история не оставляет возможности остаться равнодушным. Телесериал с первого дня полюбился зрителю, и интерес к драме продолжает расти. Сериал смотрят, его героям сопереживают. И с каждой новой серии число тех, кто вместе с Зулейхой отправляется в этот тернистый и сложный путь, становится больше. Есть и те, кто обвиняет фильм в очернении эпохи коллективизации, попытки выставить весь советский период исключительно в мрачных тонах. Авторы книги и картины убеждены в обратном. Раскулачивание и коллективизация действительно показаны как личная трагедия миллионов человек, но только потому, что эти миллионы действительно были. Есть кадры, которые действительно показывают класс фильма, например, снятый без склейки кадр, где показывают маленького мальчика, сидящего на дереве, а под деревом бегают волки. Или кадр, где крупно показан медведь, бродящий по тайге, с героями на заднем плане. Или очень красивые съемки пробега главного героя по лесосплаву. Повесть длиною в 16 лет снимали 2 года. Снимали под палящим солнцем и в лютые морозы. В кино представлен блестящий актерский состав. Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов. Режиссер фильма Егор Анашкин справился со своей задачей великолепно. Достоверность в каждом кадре. И главное достоинство сериала – никого не обвинять и ни за кого не заступаться. Показать, как пережить потери, не сломаться под гнетом жестокой несправедливости, не озлобиться, не отчаяться, сохранить свою душу и способность любить. Лагерь смерти. И людей сюда посылали умирать. И то, что они выжили, потому что у них хватило сил и духа противостоять этой чудовищной сталинской политике. Но и главное, Зулейха с ее женской силой и женской слабостью, священным материнством на фоне трудового лагеря, этого адского заповедника. Женщина, которая нашла в себе силы и мужество все пережить и простить своего врага. Это фильм о том, что надо оставаться человеком во все времена, при любых тяжестях. Почему она выжила, Зулейха? Потому что у нее не было злости в душе. Как бы ее ни унижали, ни оскорбляли, через какие бы она потрясения не прошла, она осталась человеком. Она ни на кого не вылила вот эту свою злость. Она вырастила ребенка. И с другой стороны, это история человеческого духа, умение человека выжить в самых нечеловеческих условиях и ответственности каждого человека за то, что происходит рядом. С премьерой посмотрели с большим удовольствием. Глаза Чулпан передали все эмоции. Спасибо за эмоции и переживания. Гузель, очень люблю ваши книги. С нетерпением жду третий роман. Спасибо за фильм. Это действительно полный метр и искусство. Важно говорить на эти темы, чтобы все знали. И это никогда не повторилось. Первая серия стряхивает душу. Все изнутри сжимается от боли. Спасибо за молчаливую игру. Великолепная музыка. На глазах были слезы.
Фильм и его герои раскрываются зрителя постепенно, но они успевают нам показать, как даже очень большое горе может стать началом будущего счастья. Как созвучна эта мысль нашей нынешней ситуации. Так будем черпать в мужестве главной героини и ее товарищей по несчастью силы для преодоления и оптимизма. Была Джазаева, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Итак, прямо сейчас на нашем канале блистательная Чулпан Хаматова в фильме «Зулейха открывает глаза». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей.